Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Ми продовжимо прямий ефір громадської приймальні. Тисячоліттями троянда приводить в захоплення величною красою і неповторним ароматом. Недарма ще древні греки присвоїли її звання «цариці квітів». Троянда, оспівана поетами та художниками, продовжує підкорювати наші серця і залишається королевою наших квітників. Про що слід подбати, щоб наші троянди радували око впродовж цього літа, розкажемо вже за мить. Квітникар пан Максим Медведєв буде сьогодні нам розповідати все про догляд за троянди. Пане Максиме, добрий день. Дуже рада вас вітати за таким чудовим букетом. Ну, дуже так, не дуже вас гарно видно, але я думаю, що будемо сьогодні говорити детально про троянди саме. Шановні глядачі, 223-09-71, прошу, ми сьогодні говоримо про троянди, про королеви наших квітників. Долучайтеся до нашої розмови, особливо влітку мають бути проведені роботи. Їх небагато, але вони мають бути проведені для того, щоб троянди дійсно радували наше око, якомога яскравіше. Пане Максиме, давайте почнемо от саме з цієї пори року, от саме зараз. Про що слід подбати, про які роботи, для того, щоб, якщо ми знаємо, що ми маємо троянди у саду. Прошу. Я рекомендую розговор начать с того, что надо было делать во время посадки роз. Так, и хорошо. Это нас выведет в то русло, что нужно делать с ними сейчас. Так, я вот привез маленький образец. Так, давайте. Вот это вот саженец розы. Все розочки у нас привиты на шиповнике. Потому что у шиповника мощная корневая система, хорошая устойчивость к засухе и перепаду температур. При посадке нужно выбрать солнечное место, чтобы на минимум 4 часа в день, чтобы было солнце. Хотя бы 4 часа. Больше не страшно. Вот. Чтобы там не было замокания почвы, чтобы место было для проветривания. Для проветривания, да, достаточное. Выкапывайте глубокую ямку 60 на 60 сантиметров. Это не значит, что нужно розу туда с головой окунуть. Полностью, да, полностью. Нет, там должна быть плодородная почва. Плодородная почва что себе включает? Чернозем. Обязательно добавить перегноя, желательно конского. Вот. И сделать закладку почвы частями. То есть часть перегноя, часть земли. Часть перегноя, часть земли. Это даст впоследствии наши розочки брать необходимые вещества и микроэлементы для полноценного развития. Вот. И до чего я сказал, что розы на шиповнике. Вот эта шейка шиповника, она или в однолетнем саженце, как этот, он еще не был в открытом грунте, или в двухлетнем саженце, да, она должна быть заглублена на 2-3 сантиметра. То есть уровень земли должен быть на 2-3 сантиметра выше шейки шиповника. Почему? Летом не будет испытывать недостатка во влаге, так, а зимой она не вымерзнет. Так, вот. Тобто, дійсно, ще ось у той час потрібно думати про те, яким чином... Конечно, ви делаете закладку для, ну, на будущее развитие. То есть, как бы, в первый год посадки люди не прикармливают розы. И вообще ничего не прикармливают. Я так думаю, если вы сделаете правильную закладку почвы, то первые 3 года вы об этом думать вообще не будете. Тобто я так розумію, що троянда, вона сама по собі квітка не дуже вибаглива по догляду, якщо ось ці оці моменти передбачити спочатку самого. Да, чи є моменти? Да, да. Ну, в принципі, все одно є паразити у рози. Паразити і грибкові заболівання. Це вне залежності від сорту і групи. Так. Тобто є чиногібридна роза, це те, що вам дарять. Так. Є рози серії романтика, у них бутони похожі, як піони. Высота куста в зависимости от сорта может быть от 60 сантиметров до 2 метров. Их еще называют английскими, парковыми, кустовыми. Есть почвопокровные розы, те, которые стелются по почве. Есть специальная группа роз, сейчас вот она с Европы пришла, ситифлора. Ее высаживают в городах для озеленения. Вот эти вот ее высаживают. Но вне зависимости от того, какой это будет сорт, его нужно будет прыскать. А от давайте поговоримо про те, от який з оцих сортів дійсно влітку найважче за яким доглядати. І чому? Чи не можна так? Так сказати нельзя. Ми прискаємо навіть шиповник, тому що в связи з нашою атмосферою і погодними такими явленнями клімат дуже різкий. Вот, не успевает на листиках обсыхать водичка, и они поражаются грибковыми заболеваниями. Чтобы это не допустить, ну, как я по своему опыту уже перепробовал все органические... Разноманитные. И остановился на фунгицидах. То есть фунгициды должны быть, обработка должна быть системная, вне зависимости от того,
болеет роза или нет. То есть раз, для профилактики. Да, один раз в 14-12 дней вы должны ее опрыскивать. Каким чином? Это след полностью, чи только на листочке, чи только... Ну, полностью, чтобы куст был мокрый. Опрыскивать или раз в 12-14 дней, или от дождя до дождя. Если будут там шкідники, так. То надо там уже добавить инсектициды. Инсектициды – это такие препараты, те, которые борются с вредителями. Это тля, биоакрилка. Я еще слышал, есть такие препараты, как репелленты. Репелленты – это вещества, делающие непривлекательным растения для насекомых. Но, к сожалению, они приводятся из-за рубежа, и поэтому рентабельность для промышленного их использование невыгодно. Я думаю, что для пересічного громадянина так само это будет достаточно суттєво для гаманця, тому дійсно. 223-09-71, прошу, шановні глядачі, мы говорим про троянди сьогодні. Все про догляд за трояндами, особливо про те, як доглядати за ними влітку, для того, щоб вони радували якомога довше нас, якомога яскравіше цвіли. 223-09-71, долучайтеся до нашої розмови. Пан Максиме, яким чином організувати правильно полив троянд влітку? Я так розумію, что он должен быть больше, чем зазвичай, чи ні? Да. Значит, я, насколько сталкивался, у всех людей розы растут около газона. Так. А газон его заливают опрыскиванием, то есть поверху его заливают. А капля – это является сама по себе микролинза. И когда светит солнце, получается на розах, на лепестках ожоги. То есть нужно как-то этот капельный полив сделать, так провести, чтобы под корень шел. Если так не получается, то включать его только вечером, чтобы утром эта роса вся высыхала. А якщо не на газоні, якщо люди, наприклад, окремо собі посадили троянди, скільки разів треба в день і яким чином їх поливати влітку саме? Ну середня норма, как бы для промышленного рошення, это 1 літр в день. Но я рекомендую по-простому положить шланг, і поки вода буде заливатися, ну, я думаю, в среднем 10 литров в неделю будет достаточно для растения. А может быть такое, что перезаливают троянды? Нет, не может. То есть, ну, можно и побольше? Она может замокнуть, если почвенные воды рядом. Угу. То есть корни они замокнут, и растение тогда будет пропадать. Если у вас такая ситуация, что почвенные воды слишком близко к верху, то вам нужно клумбу поднять. Приподнять хотя бы на 60-70 сантиметров. Может, как какой-то холм насыпать, может сделать какой-то миксборд из камней. Это будет красиво, и розочки у вас будут долго. Давайте поговоримо про те, яким чином слід дійсно використовувати добрива влітку. Тому що дуже багато господинів навіть бояться використовувати влітку, знову ж таки, сонце і інші кліматичні умови. Яким чином, розкажіть? Для того, щоб нам врач поставив аналіз, дав заключення о болезні, ми здаємо йому аналізи. Так же і тут. Ніколи не посоветуєш чоловіку, що потрібно вносити в почву, прежде чем вони зроблять аналіз цієї почви. Анализ почвы, он стоит недорого, ориентировочно где-то 200 гривен. Но вам там скажут, каких веществ не хватает в земле, чтобы вы смогли досыпать. Обычно пользуются на начале вегетации это азотными удобрениями. Если это минеральное удобрение, то азотными. Ну, я рекомендую пользоваться, тем не менее, все равно перегноем. Органическими. Только органическими удобрениями. В них все есть микроэлементы, достаточные для роста растения. Но опять-таки, вот мы вернемся, я по-простому скажу. Так, у вас две тарелки манной каши есть, вы одну скушали, уже наелись. А таблеточку одну выпили, сможете еще там две тарелки манной каши скушать. Но если этой манной каши нет, то таблеточка вам это она не поможет. То есть если нету земли, правильной закладки, то вы можете их кормить, перекармливать, смысла не будет. То есть самое нужно отталкиваться от чего? Чтобы была плодородная почва, где будет произрасти, хотя бы чтобы она схватилась. То есть с самого початку да. Люди строят дома, у них получается строительный мусор выкидывают на территорию, засыпают 20 сантиметров почвой, сеют газон, ну, по крайней мере, как бы мы так сталкивались, и под низом газон, под низом 20 сантиметров земли, а остальное там песок и строительный мусор. Естественно, в таком она расти не будет. Какие бы вы там дорогостоящие удобрения не покупали. По сути,
из моего опыта, такого нету, что там удобрения для роз, удобрения для огурцов, там, для томатов. Ну, если это делать как бы на профессиональном уровне, то там идет все в комплексе. Там идет полностью и витамины в почву вносятся, и определенные микроэлементы сначала для роста, потом для укоренения, потом для ботанизации. Но этим никто заниматься не будет. Поэтому советую деньги не тратить. Перш за все, про землю подумати. Да, и про себя подумать, конечно. Если вы вносите в землю фосфор, азотно-фосфорное удобрение, ну, фосфор, калий, азот. Фосфор из почвы не вымывается. То есть, если азот и калий вы сможете вымыть водой, то фосфор имеет свойство только накапливаться в почве. Она зафосфаривается и становится непригодной. Угу. Вот. Если хочешь, чтобы у соседей роза росла, скажи, что фосфором кормишь. Так, отак от, дійсно. Прошу, шановні глядачі, 223-09-71, це наш традиційний номер телефону прямого ефіру. Ми говоримо сьогодні про королеву квітника, про троянду. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови з вашими запитаннями. Ми готові вас почути і проконсультувати вас на цю тему. 223-09-71, будь ласка, готові почути ваші запитання. А от моя бабуся, наприклад, я хочу на прикладі власному також розказати, вона ніколи не розповідала мені, що це таке, але вона завжди каже, у неї також троянда, вона каже, от мені дуже допомагає мульчування. От я хочу вас запитати, що власне це таке і чому саме для троянд вона це використовує? Мульчування для того, щоб зекономити час на поливі. Що це? Мульчування – це можна взяти кору від деревів. Лучше соснову кору. Примерно 5 см під кожен кустик насипати цієї кори. І тоді буде залишатися влага в землі, і воно не буде сильно пересихати. Потом, чем мульчирование хорошо, перед тем, как будут розы зимовать, вы этим же мульчированием макучите под каждый кустик. Эстетично и красиво, и бурьян, главное, не лезет. Угу. Меньше работы, потому что он как тень, а бурьян через мульчу вот, он, ну, слабо идет. То есть вам будет гораздо больше времени, вы сэкономите. Но опять-таки мульчу нужно покупать в специализированных магазинах, насколько я знаю, потому что в Корее есть и жуки, и короеды. Как мне говорили, там она протравлена чем-то, что они там не заводятся. Угу. Вредители. Тобто головна мета цього методу – це… Сэкономить время. Это сэкономить время. Это дать розі больше как бы, возможности избежать перепадов температур. Угу. Вот. И закрыть на зиму ее. Це ефективно використовувати цей метод? Ти так розумієш, що це метод, можна сказати, удобрювання, правильно? Это не удобрювання, это сохранение влаги. Угу. Сохранение вашего времени, а сейчас время – деньги, как говорится, чтобы вы не выкапывали бурьян, этот постоянно не цапали. И красиво, к тому же. Такой универсальный метод. Да, это универсальный Его метод. На лето можно для троян застосовывать? Вот вы с точки зрения специалиста, как порадите? Если саме про домашнюю мову мы говорим. Если нет, то да. Если, у человека этот, ну, если человек с этим не сталкивался, то, конечно, надо использовать, и будет эстетично. Угу. І красиво буде. Так. Яким чином боротися нам зі шкідниками? От якщо особливо троянди, якщо сад і квітник наш знаходиться, наприклад, ще поряд із городом нашим, дуже багато там може бути шкідників. Що робити слід? Бризкати тим же, що і картошку бризкаєте. Буде ефективно це? Да. Ну, опять-таки, по оприскиванню я вам зараз віддельно можна розкажу. Так, прошу. Оприскивання, воно має бути системне. То есть вы должны, допустим, на 10 литров воды взять ряд веществ, ряд фунгицидов и один инсектицид. Их смешивают по очереди, чтобы не было как бы для привыкания, чтобы это не влияло. Вот, и опрыскивают. От шкідників я конфедором Макси пользуюсь.